Люди ищут не какой-то конкретики, да? Они ищут решение своих проблем. И никто не хочет задуматься про причины, про механизм возникновения этих проблем. Вы должны понимать механику их формирования. В каждом отдельном случае она индивидуальна, потому что это разные жизненные ситуации, но в каждом конкретном случае она действует по определенным, одним и тем же механизмам. Механика нейрофизиологическая, социальная, какая угодно, там, психологическая и прочее, одинаковая.